Почта России допустила в одном из своих отделений сразу два грубейших нарушения. Так считает прокуратура Ленинского района города Иваново. Сотрудники надзорного органа вышли с проверкой в почтовое отделение номер 34 по адресу улица Огородная, дом 1. Сотрудники почты торговали табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией ее в торговом зале. К тому же отделение связи располагается в 16 метрах от 53-й школы, что является нарушением требований пункта 2 части 7 статьи 19 закона, который запрещает торговлю сигаретами на расстоянии менее чем в 100 метрах от образовательного учреждения. В данный момент решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении начальника почтового отделения.